Свято-Никольский храм на Братском кладбище наконец обрел крестновершие. Напомним, собор был заложен в 1857 году, а в мае 2010-го от накупольного креста, венчавшего храм на протяжении полутора столетий, откололся фрагмент весом в несколько центнеров. Поврежденный крест был демонтирован и установлен рядом с храмом в качестве поклонного, а его место на вершине занял временный железный. Тему продолжит Евгения Константинова. Новый крест навершие преподнесен в дар Севастополю Ямало-Ненецким автономным округом. С просьбой изготовить крест для Свято-Никольского храма к властям автономии обратились прихожане церкви и моряки российского флота, проходившие службу на большом десантном корабле «Ямал». Изготовлением навершия занимались мастера Екатеринбургского художественного фонда. Новый крест – это точная копия старого, разрушенного войной и временем. Его вес составляет 24 тонны, высота 7,5 метров, ширина 4,5. Он вырезан из самого прочного камня, уральского гранита. И теперь, в смысле долговечности, надежности и прочности, он простоит и 500 лет, и 1000 лет. Чин освящения креста приурочили ко дню военно-морского флота. Накануне, в день крещения Руси, военные моряки России и Украины вместе прошли традиционным общегородским крестным ходом. В едином строю демонстрировали возможности боевых кораблей на военно-спортивном празднике. Освящение креста для собора святителя Николая, небесного покровителя мореплавателей, стало завершением праздника двух флотов. Чин освящения креста совершил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в сослужении епископа Салихардского и Новоуренгойского Николая и духовенства Севастопольского церковного округа. Крест – красота церкви. И этот крест займет свое надлежащее, почетное место вверху этого святого храма. Вы все прекрасно знаете, сколько косточек здесь вокруг лежит этого храма. Это полководцы, это воины, это заслуженные люди перед Отечеством. Они покоятся здесь. В завершении владыка Лазарь вручил памятные кресты, реплики нового навершия всем, кто внес свой вклад в создание православной святыни.